Приветик. Все, игры кончились, девочка. Рискни, ублюдок. Тише, Джет, она явно больна. Ее укусили. Знаешь, мне, может, не хватит серебра, чтобы убить тебя. Но помучаешься ты у меня изрядно. Я тварь! Джет, вставай! Вставай! Да хватит уже! Где ты сейчас? Где вы сейчас? Не дай ей уйти, Джет! Стреляй! Стой! Стой! Нет! Блядь! Она видит в темноте, она оборотень. Где ты? Я буду любоваться тем, как ты подыхаешь. А ну-ка, живо все остановились!
Она укушена, Трэвис. Стреляй. Да. Начини ее серебром, сынок. Стой! Ты жив. Хорошо. А то ты вроде как дышал, но хрен поймет. Не знаю, должен ли тебя убить. Обычно я жду, пока скажут. Нет, нет. Побудь-ка тут. Спрошу у Па. Па? Па, ты тут? Бобби. Трэвис, где Па? А ты где? Я поймал живого, Ти. Пацана! Его укусили? Не думаю, но кровь идет, помирает. Где ты сейчас? В доме? Нет, где именно? О, я в старом крыле, в комнатушке, помнишь? Да, будьте там, я иду. О, поверь, никуда он не... Сбежал! Пожалуйста. Никому ты... нельзя мой нож. Нет, прошу, прошу. Никому нельзя мой нож. Ты сам напал. Ты словно кетчупом облился. Прошу, прошу, помоги мне. Ты истекаешь кровью. Я могу только прекратить твои мучения. Гуманно. Ты покусанный? Найди цель по размеру. Трэвис! Лора. Тише, тише. Что с тобой случилось? Да так, ничего особенного. Райан! Все плохо. Мне очень жаль. Настолько? Я пытаюсь всех спасти. Как-то помочь, но делаю только хуже. Максу и тебе. Ты ни при чем. Я сам сюда пришел. Не стоило тебя пускать. А, ты мне не хозяйка. Прости. Я умру. Крови тут много. Но я выживу, да?
Может и да. Что? Райан, тебе нужен один укус. Что? Если согласишься, чтобы я тебя укусила, ты будешь заражен. Значит... Все и правда заживет. Да. Но еще ты... Да, да, я стану монстром. Да. Райан, времени мало. Я чувствую, как оно внутри меня пытается вырваться. Я тебя укушу, ты выживешь и... Смогу убить Криса. Нет, не так. Ты не Криса убьешь, а оборотня. Спасешь свою жизнь. И мою, и Макса, и своих друзей. Дать укусить, выжить и убить Криса, или истечь кровью. Как-то так, да. Решать тебе пока что. Ну, да или нет? Приятного аппетита. Ладно, ладно, ладно! Тебе станет получше. Ну, скоро. Бобби! Черт! Пора идти. Пора! Похоже, они барахло не выкидывают. Так, может быть, подскажешь, что именно мы пытаемся здесь найти? Ну, большинство машин тут уже, я смотрю, разобрали на детали. Только пустые каркасы, толку от них мало. Короче, нам нужен двигатель. Верно? Хотя бы относительно целый. Ясно. Похоже, тут придется попотеть. Ты только не шуми. Да. А ты не нашла? Пока нет. Вперед.
нас хоть снимут документалку? Нет. Заткнись, идем. Эти уроды все распланировали. Что за Т? С бухгалтерией у них не все чисто. Стрёмно. Согласен. Райан там цел? Он знает, что делать. Может, лучше, чем мы сейчас. Идем. Вон. Ну, приходилось управлять краном? Знаешь, я реально был мастером такой игры в игровом автомате. Меня даже звали Хватуном. Нет, нет. Ну да, звучит не очень. Так, а теперь опусти его, чтобы мы могли заглянуть под капот.
Да, ладно, конечно. Только прикрой меня, хорошо? Да. Так. Похоже, мама кому-то не сказала, что нужно убирать за собой. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Ага, вроде несложно. С вами снова Хвату. Что там происходит? Прости! Ладно. Ну, поехали. Я нашел свое призвание. Уж пора бы. Ну, давай посмотрим, заведется ли она. Есть. Нельзя тут сидеть. А что? Тут безопасно. Ну да, но я не хочу тупо ждать. Но это буквально все, что от нас требуется.
дождаться утра. Ладно, нужна защита. Ты посмотри, что тут есть. Все лучше, чем сидеть на жопе. Что-то нашла? А, это... На лестницу смотрю. А там... Сверху крошечный люк? Да. Открой его. Зачем? Мы не знаем, что там. Ну да. Ты вообще заметила, что творится? Или как? Окей, я к тому, что... Это может нам пригодиться. Мы ведь даже не знаем, что там. Ну, в коттедже. Может быть, сможем найти что-нибудь для защиты. Ладно. Вроде разумно. Ты цела? Ого! Да. Ой, да, я цела. Сюда они быстро не пролезут. Блин, сколько здесь места. Мне надо отдохнуть. Скоро станет лучше. Класс. Мне прям офигенно. Что ты делаешь? Хватит. Ты чувствуешь? Нет. Неважно. Давай найдем, как спуститься и достать Криса. А может, найдем выход? Достали погони и ножи. Ладно. И выход тоже. Окей. Что там? Мы на верном пути. Не отходи далеко. Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Шш. Не шуми. Ага.
Бобби! Пушка! Спасибо, что не убил меня. Да, взаимно. Так, что теперь все здоровы? Что? О. Думаешь, это конец? Как бы не так. Не понимаю, Крис же мертв. Крис не был первым. Это невозможно. Калеб. Кейли. Ты ее убила. Ее брат. Что? Он укусил Криса и Кейли. Крис хотел защитить их. Он был хорошим человеком. Но а кто укусил Калеба? Сайлос. Столько лет его ищем. Он цыган, кочевник. Он удрал, но мы надеялись, что он вернется, и мы его прибьем. С побережья доходят новости. Дикий мальчик, альбинос, большой белый волк. Белый волк. Что? Что-что? Где? Где ты его видел? Эй, пусти его! Возле домов сегодня! Так. Так. Все сходится. Все сходится. Он вернулся уже давно, и из-за него вы съехали с дороги. Помогите. Прошу. Мы спасем Калеба. Спасем остатки моей семьи. Мы поможем тем, кто еще жив. Я тебе не доверяю. Я тебя и не прошу. Но мы можем с этим покончить. Убьем Сайлоса. Всем станет лучше. Всем, кто еще жив. Ладно, ладно, но... Хотя бы где его искать? Я знаю, где его найти. Хорошо, идем. Идем. Но это не значит, что я тебя прощаю за то, что ты сделал. Понимаю. И может кто-то уже даст мне какую-то, блядь, одежду? У тебя была возможность. Была возможность уничтожить эту чертову семью, но они живы. Неважно. Время есть. Еще можно победить. Что было, то прошло. Давай смотреть в будущее. Солнце.
рождение нового дня. Есть еще шанс согреться в его лучах, пережить ночь. Твой выбор, твои действия, твоя жизнь поставлена на кон. Но скажи, сумеешь ли найти свой путь в кромешной тьме и снова увидеть, как восходит солнце? Всегда остается то, что скрыто. Хочешь, я покажу? Последний раз. Иди. Иди, покончи с этим. Ну и как теперь слезть? Тоже вариант. Ну и где я? Ах, да. Где мои шмотки? Да что за фигня? Так, поищу Лору. Точно, надо было ехать в этот Харбинджер.
Она где-то тут. Окей. Так. Надеюсь, они решат, что лагерь закрыт, и поедут в мотель. Ладно. Значит так. То, что идет, то нет. Они знают, что я здесь, и скоро за мной придут. Что делать? Что делать? Так. Найду укрытие. Теперь мы знаем, кто этот козел. Значит, это брат мистера Хэ, так? Thank you.
Эх, Ян. Талисман, который не дожил до начала смены. Но вообще... Не так и странно. Где я видела эту эмблему? Мистер Хэ и его дурацкие объявления. Воу! Сломан. Что это? Это с фотоловушки. Что же они искали?
Сколько они тут живут? Начнем, уёбки. Да что там происходит? Давай поищем остальных. Нет, здесь спокойней, скоро утро. Что за... Было. Там Кейтлин! Вот черт! Впустим ее! Мы не можем! Дверь заперта снаружи! Но надо же что-то сделать! Да, но что?